15 июня. Вот приготовление первое. Палатка. Клубничка. Печеньки. Кабачковые вафли. И вот такой вот тортик. Сейчас чай у нас уже готов. Сейчас будем пить. Дегустировать тортик. Вот такая вкуснотень у нас. Смотрите, какой лес красивый. Погода налаживается. Солнышко пробивается. Муравьишки ползают. Вас заснять? Нет. Не хотите, да? А вон там вон грибы, смотрите, какие растут. Но в озере купаться не получится. Оно все в разливе. Вот такие вот красоты. Ярко-желтые. Они говорят, не надо нас брать. Мы не несъедобные. Вот такая красота.